Возникла проблема с тем, что зерна начали слипаться из-за примеси пыли, и мы решили от нее избавиться при помощи перманганата калия, всем он был известен как марганцовка. Мы добавили немножко в нашу пробу, вот что у нас будет сепарировать. Ну что, нам, в принципе, надо сейчас воздух, да, отсюда убрать. Так, осторожно, осторожно, давай перчатку, не, подожди, у меня есть перчатка, давай, давай, давай. Тихо, подожди, подожди, там перчатка сейчас. Стой. Да не столь принципиально. Мадам, ну не нафиг, у меня уже коричневые пальцы. Опоздал, короче. Стой. Стой, 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 стой. Аккуратно, один, давай. Один, перчатку. Стой, выше не надо, выше не надо. Чуть вверх, потом вниз, чуть вверх, потом вниз. Теперь вниз. Создаешь, грубо говоря, отрицательное давление там. Ты можешь сделать вниз. Же вот так. Да, можно, да, сделать, можно так. Сделать и так. Почти полное. Поехали. Так, только трубку, пожалуйста, выровняйте. Да, надо перчатки. Сейчас подправим. Опа. Смотрите, как интересно на эксцентрике остановилась марганцовка и не идет дальше. Я посмотрим процесс еще. Диффузия не идет. Как будет себя вести при флуктуации? Мы сможем увидеть, куда идут водные потоки. Насколько он ламинарный? Насколько ламинарный этот поток? Там какие-то манипуляции происходят. Насколько ламинарный поток CNT-HS11? Крупный план, смотри, как там мы добавили водички. Ты можешь запустить сначала гидрик? Да, гидрик запусти. Гидрик запусти. Зачем? Всегда сначала воду включаешь, чтобы обратно подсосом материала. Это понятно. Не... понятно. Подождали же немножко. Пошла жара. О, красота. Слушай, замечу то, что диффузия в обратную сторону не идет. Фонарик включить. Я надеюсь, что на GoPro что-то снимается. Бессмысленно. Вроде мерцает. Пушка снимает. Успокоится немножко. Водички добавим. Нет. Добавим. Нет. Чуть-чуть. Может, другой режим включить? А на этом режиме, смотри, пошла диффузия уже в обратную сторону. Видишь, вот до сюда розовая доходит. Но поток действительно ламинарный. Там это, мы же только водичку слили. Там вообще нет. А там еще хоть что-то есть? Нет, нет, там ничего нет. Я не знаю, что снимает GoPro-шка, но... Похоже поближе. У него, по-моему, фокус на 20 сантиметров. Ну вот это уже нормально должно быть. О, смотри, тут какая штука появилась. Видишь? Как это? Да, есть. Вот шарик какой-то в самом конце. Где? Ты рассказал про штуку, эту штуку, которая после спада осталась? Ну, там лежат, Но мы видим то, что поток действительно ламинарный. Но еще у нас появились вот такие. Это не очень. Ну, появились и появились. Чем? Это правда. Ну, слушай, вода уже почти... Clean now. I used to use soap. Давайте там прям окуляр. Смотрите, что он делает. Какой-то, ну, не черный, вот рядом с черным есть такой золотистый. Ты в объектив попал, что ли? Thank you.
Блин, это выглядит вообще красиво. Я не знаю, это надо обязательно прямо вот туда вот. А или положить вот Саш! Это выглядит просто какой-то сущий ад. Олег! Есть контакт. Камера. Все, выключилось. Он определяет это как гранат. Да. А сейчас видит моноцит, шпинель, фельдшпатоиды. Да, ну-ка, наверное, хоть фокус. Цирусит, фельдшпатоиды. В общем, такая тема. Такая тема.